Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 11-месячного ребенка в квартире в Октябрьском районе Новосибирска. Трагический инцидент произошел на улице Зариновской 4 декабря. Ребенок 2020 года рождения погиб после падения из детской коляски на керамический пол. В момент случившегося он находился под присмотром няни. Как это произошло, пока не комментируется. Следователям проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, сообщили в региональном следственном комитете России.